Всем привет! Я очень люблю помело, но мне всегда было очень жалко выбрасывать вот эту вот толстенькую беленькую корочку. Поэтому я решила в один из дней пробовать сделать из них цукаты, так как делаешь с апельсина. То есть почистила и ее произвольненько порезала на кубики. Кстати, вот эту цедру с помело можно залить водой, оставить, и она будет использоваться как освежитель воздуха. Потом нужно повторить 3 раза одну и ту же операцию. На литр воды, чайная ложка соли, пару минут проварить, слить. Четвертый раз мы уже заливаем их водой, добавляем сахар, ну, в зависимости от того, сколько корочек, от 300 до 500 грамм сахара. И в этом сиропе на маленьком огонечке тушатся наши будущие цукатики или варенье. Вот спустя какое-то время получается у нас вот такое помыльное варенье. Всем приятного аппетита! Пока-пока!